Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня обзор проекта Refine Medium. Refine Medium — это децентрализованная медиаплатформа, которая будет предоставлять качественные услуги для показа, создания и продвижения видеоконтента. Платформа полностью построена на базе блокчейна Эфириума. Это сделано для того, чтобы зрители и создатели контента полностью погрузились и ощущали все преимущества современных технологий блокчейн на основе смарт-контрактов. Это будет единственная в своем роде платформа, которая будет стимулировать каждого заинтересованного пользователя, проявившего желание взаимодействовать и делать вклад в развитие Refine Medium. Такие преимущества медиаплатформы, как отсутствие препятствий географического местоположения, легкий поиск и доступность содержимого, сокращение пиратского контента, низкая абонентская плата выгодно выделяет проект от конкурентов. Refine Medium поднимает планку на совершенно новый уровень, где приоритетом становится социальная ответственность по отношению к людям. Компания будет постоянно стремиться вдохновлять и поощрять людей, чтобы пробудить у них желание постоянно выкладывать свой контент на Refine Medium. Только представьте, что вы сможете заработать, например, за просмотр видео, могли бы рекламировать свой продукт и при этом зарабатывать, да и просто смотреть новости, слушать песни, смотреть образовательный контент и при этом получать какую-то прибыль. На мой взгляд, у Refine Medium достаточно большие перспективы в будущем. Будем наблюдать в дальнейшем за развитием данного проекта. А на этом я заканчиваю обзор проекта Refine Medium. Для получения дополнительных информаций переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь, всем пока!